Впервые в новом для себя качестве пиар-директора Российской шахматной федерации выступил менеджер Сергея Корякина Кирилл Зангалис. Когда я стал менеджером Сережи Корякиным и, в принципе, окунулся в шахматную действительность, я понял, что о шахматах просто все забыли. За полгода работы с Сережей мы сделали все, по крайней мере, для того, чтобы хотя бы поднять популярность Сергея, потому что его просто никто не знал, кроме шахматистов. И нам удалось своим энтузиазмом заразить ведущие российские газеты, не только спортивные, но и общеполитические и даже глянцевые журналы. Было очень приятно, что последовало предложение Российской шахматной федерации, чтобы мы работали вместе, тем более, что Сергей является одним из ведущих шахматистов. Соответственно, можно помогать не только Сергею в плане пиара. Это я не говорю о том, что я берусь ответственность интервьюировать Крамника, Свиллера, Грищука, Морозевича. Просто если бы о них писали больше, всем бы было просто от этого намного лучше, потому что шахматы заслуживают в спорте гораздо большее место, чем им посвящает наша пресса. И вот наша задача, чтобы на телевидении, кроме вашей прекрасной передачи, хотя бы какой-то канал иногда показывал хотя бы сюжет о таких, хотя бы о таких турнирах, как Мемориал Алехина, Мемориал Италия и остальных крупных соревнований. В принципе, все элементарно, как дважды два, надо только вот чуть-чуть постараться.